Ждем, пока все соберутся, поэтому мы пойдем побродим. Пока время есть, внутри посмотрим, как жили древние чечены. Последних депортировали отсюда в 1944 году. В 57-м, когда вернулись, башни уже были. Тут, конечно, было нельзя. Но вот остались они. Такие домики, в которых жили ингуши. А это улочка, наверное, древняя, или двор. Еще один домик. И еще один домик. Сказали, первый этаж. Если не погода, загоняли животных домашних. На втором этаже жили хозяева. Третий этаж был для гостей. Если гости пришли, ничего готовить не надо, есть комната. Интересно. Туда еще чуть-чуть посмотрим и побежим обратно, а то нас уже будут все ждать.